Стас, ты спустя 6 лет возвращаешься в Гомель. С какими эмоциями? Положительные такой эмоции. Здесь начинался мой путь. И приятное только впечатление. Здесь я стал футболистом и рад вернуться. Готов к работе. А как возникло предложение? Ну, мне позвонил директор с предложением потренироваться с командой, посмотреть, что да как. Ну, я согласился сразу, долго не раздумывал. Ну, потренировался, сыграл товарищеские игры, и мы приняли решение, что меня берут, и я в клубе, в этой команде. Вот ты уже успел провести 2 товарищеские игры, и не первая неделя подготовки здесь, как впечатление, как тренировочный процесс? Все в рабочем режиме, все нравится, хороший подход, все стараются. Готовимся к сезону планомерно, не форсируем. Надеюсь, что все будет хорошо. Как оценишь свою готовность к сезону, тем более, что первый официальный матч уже совсем скоро будет? Ну, мы еще набираем только форму, у нас есть еще небольшой отрезок времени, поэтому есть еще куда расти, и у нас еще есть время, и надеюсь, что подойдем к первой игре, к Суперкубку в оптимальных кондициях. За эти 6 лет ты успел поиграть в 5 клубах. Что запомнилось больше всего? Ну, каждая команда запомнилась как-то отдельно. То есть, ну, наверное, это 2020 год, когда мы со «Спутником» с первого места вышли в высшую лигу, да. Тот год с «Макслайном» переходные матчи запомнились, как бы, ну, вот так. И сейчас в команде немало защитников, центральных. Конкуренция есть как? Двигатель процесса только. Будем доказывать, кто сильнее, тот и будет играть. Все просто.